Что мы ничего не почистили. Так и я про то же. Опа, кто в бою? Не знаю. Опа, опять бой. У меня нет. Нету боя. Слетел бой. Что, может, по часовой пойдем, да и комбат. Все? Пошли череп, потом крест, пачку. А чё у нас вроде дуратарские вепри делают? Не понял нихуя. Что им ночь? Орут стоят. Ну, а жирно. Полосы, они жирные. В натуре. Да у него кость широкая, вы заебали. Упитанный. Нормально. Он мерно упитанный мужчина в полном расцвете сил. Карасы? Ну и Тарсы, да. Он изменился? Каратрясово. Жизнь помотала, хули. Бабушка откормила. На убой, видимо, по всему. На убой. Смотрите, может, какая параша разлится. Давай еще большого. Никакой параши. Он, ебать, он нормальный. Гарга спулила, и слева пак. Ну, я пак. Чья Гаргана? Чья Гаргана? Какого-то... Не, гарги на самом деле это пиздец неподконтрольный хунт. Почему, блядь, своих питомцев не контролируешь? Если бы их можно было контролить. Да? Да, не положи. Гарги уж, да, нельзя контролить. Она же как, она как элементаль у Шушамана. Так надо было сожрать ее. Нельзя. Только пета можно хавать. Только бомжа можно съесть. Можно, но не нужно. Но бомж так-то 14 хп восстанавливает. То есть ты это практикуешь, да? Как они, ну, агрессивные, типа? Сыроедение. На БГ, да, практикую такую хуйню. Все бьют, кого не попадем. Хуёвый, хуёвый, рейндж набираем, диспелим себя сразу, паладин. Можно бить, только надо диспелить себя. Ну и вставайте так, чтобы хилили. Вокруг столба не вставайте, чтобы хилы вас не проебали. Кнопку на диспеле, если на нас кинет, сразу сейчас диспелю. Диспелим. Диспелим, либо рейндж. Диспель. А да, он диспель себе. Как я себя диспелить буду? Кажется... Блять, нахуй, прирасти к земле, заебал бегать. Макс, ты заразный, уйди от меня, сова грязная. Прирасти, грин. Про кого? Про меня, что ли? Да. Так схуяли, я ничего не разносил, блядь. Я стоял 10 минут. Ты подошел, блядь, ко мне? У меня засветилась эта хуйня, блядь. Разносишь. Неправда, тут Макфокс рядом стоял, я на него смотрел. Иди бед, я почисти, ебаный в рот. Нормально. Взяли за кибербули или просто? Натуре. Скажи спасибо, что не отпустили. Сейчас туннель подпилим. Туннель прочистим сейчас. Дымоход, нахуй. Понял? Понятно. Видел ни одно аниме, где прочистили дымоход. Не думал, когда такое услышишь, конечно. Ну да, блядь, тебе вообще, блядь. То, что ты видел, тебе лучше, блядь, никому не видеть, нахуй. Я могу скинуть в личку кому-нибудь, хотите? Не соглашайтесь. Мне уже хватит. Это вот то, что ты ночью туда войду показывал, видос. Не, нахуй. Я пошел к людям в черном, они мне, блядь, изумиляционное заклинание дали, нахуй. Я прочистил мозг после этого, нахуй.
Никогда больше этого не узнаю, но что там было бы. А я могу что-то сказать. Не, не можешь нахуй. Гашан-то, блядь, наизусть-то все знает, нахуй. К счастью. Ну, блядь, хуй узнает. Давайте ауешим и прям на ходу еще пачки подводим, подводим. Ауе запрещено вообще-то. Потихоньку идем, идем, двигаемся. Запрещенная организация. Через ведьму ебашим. Ведьма должна помереть первая. Жги ее на костре, нахуй. Меня ведьма пиздит, заберите. Ёбаный. Не забирайте. Пусть она тебя отпиздит. Хоть кто-то, блядь. Хоть кто-то отпиздит его, это, да? Ну да, мы не можем пускать трэш пиздит. Еще пачку подводим. Хорошая идея. Напуливайте на Войда. В натуре. Слышь, Лёг, защита там с ним как раз. Ничего, 10 секунд. Ёбаный, меня прокинули. Шука, ну заебала, это ведьма. Под клиф, главное, не вставайте, там раздробители клифы. Блядь, да куда они пошли? Это тренировка дамаг на бегу называется. Котрых себя подними, пожалуйста, я вам там по толстеньким мужчинам лежу. Под мужчиной? Ну, куда тебе не надо поднимать? Уже ложец получается. Ну да, получается. А он уже все. Не отпускает. Леха, слышишь, вон, у Илюхи спроси. Ему вроде голда нужна была, у него воронки есть. Смотря за сколько продавать будет. Ну 35 с рук берут. Че, дальше и, нету да. Патрулей, пусть не было. 32 стоит на уки. А, уже 32 стоит? Ну, предательная. Смотри, что для тебя выпало. Опа. Опа, на распыло такое. Опа, а можно мне? А можно мне? Вот я на ванну возьму. Не, можно мне? Сколько, сколько оно стоит? Сколько на ней апа? Она очень редко падает. Да она вон нихуевые какие статы. Криптер, пугает. Седжу дайте, да, вообще заебись. Так, кто там? Лингрен, Юля и Хульдринг, да, танчит? Я понял, вот забрал. Лингрен в ДД. А почему так? Кто танчит? Гамазек в 4-3. А, не, все, Гамазек в ДД. Что он ДД это, блядь, я в прошлый раз танчил бабу. Он танчил бабу, конечно, пускай. Натуре, блядь. Кейтит меня постоянно, блядь. Вычеркивает, блядь, из списка своих. Где метательная? К хукмастеру подбеги, вот где он стоит, там метательная. Так, напомните, как мы били? Кто с кем стоял, блядь? Босс? Я с бабой стоял. Я помню, что ты с бабой стоял. Босс где стоял? Босс слева. Босс тут вот стоял. Тут. Да? Вот тут в квадрате. Да. Тут два стояли петуха. Да, да. Потом... Так. Так, это босс. Короче, метательное я тебе закинул. Там сам смотрим. Хочешь, ты же отдай. Первый мы убивали ханта, да? А потом бежали на бабу. А с Волгисом что делали? Ничего, я просто отводил. Мы менялись местами, да? Да. Разводили в конце, запинули волнисы, потом в центре босса уже каратус. Дай ножичек. Да. Боежка. Так, а куда он его ставил? Это вот на копейки стоит, наверное. Да, да, копейки. А потом босса куда это... спускал он сюда? В центре, в центре. Сюда спускал. Поставь руку, посмотри, сколько он стоит. Каратрес, да, потом в центре бился. Вот тут-то. Да, не, подожди, блядь, что-то я не понял, нахуй. Да, да, вот где Гамазек был, там Кратрес уже бился последним. Он Гамазек вот где. Так, теперь Гамасек, иди туда. Вставай да, в точку, где ты стоял. Угу. Так, сначала я в тебя поставлю. Че, Холи Дринг, да, первый будет танчить? Так, вот... Сержу, что за фласка, где такой взять, нахуй? Какая? Так, давай. Ну, вот. Теперь стой там ровно в пушке. Так, не надо 50 метров, чтобы было. Ты про чё? Шатрацкий, ну стой, безжалостного убийца. Так, где это, блядь?
Ты где такой взял? В Шатрате. За эти знаки? Да. Они нам. А, надо будут? Же, блядь, частицу тебе дать. За знаки, да. Фласк персонально. Так, смотри, делаем все точно так же, только гамазек будет на карасе. Юля на бабе. Так, отсюда хилится. Отсюда не хилится. Так, отсюда хилится. Ты будешь карася танчить. Все не метка. О, бля, где крест? Здесь, да, в кресте сначала. А сколько знаки Ледари науки стоит? Не-не-не, смотри, вот здесь да? Где-то его, вот тут. Видишь, где я прыгаю? Угу. Вот, потом, когда убьем этого, блядь, ханта, ты переведешь там, где я танчил, а я заберу шамана в крест. Хорошо. Так, еще раз, ты кого держишь, Холидринг? Я двоих держу. Так, ты двоих с пула. Это череп и крест. Так, а потом как? Юля квадрат, да, держит? И потом она его переводила, по-моему... Нет, Юля держит теперь бабу. Почему? Потому что легче захиливать это все будет. У нее очень жесткая лужа 4Т5. Там и сопрот, и уменьшение дамага, и реген энки, и реген манны... И прохил там, короче. Там короче, это здесь. Самое. Значит, когда убили череп, крест переводится в крест, да. А босс из креста переводится в танк, встает спиной в квадрат, чтобы я мог да. Его доставать. Частицу я на него перевешиваю после после Юли на гамасека перевешиваю. И еще мне нужно, чтобы хэпал стоял, хилил крест. Непосредственно. И я еще мог этого хп выхилить. Он на себя частицу хилит. В принципе, он частицу на себя. Так, и кто это будет у нас? Он будет еще и помогать ему себе хилить. Крест недалеко поставить? Не, нормально. Потом переместить надо будет. Чтобы он до звезды не доставал. Это шаман там стоит. Будет стоять. После того, как убьют первого. Вот тут, в ромбике, будет стоять хпал, который хилит крест. Этот хпал, это кто? Это будет... Авилания. А с пула хилит кто там? Джандис хилит с пула... Кто там? Гамасека. Подожди. Гамасека, да? Да ты хилил. Он тебя хилит. Он на тебе частицу, я на гамасеке. А на Юле частицу... Я на Юле частицу, он на гамасеке. Ты Юлю хилишь. Сука. Ой, бля. Я хилю Юлю с пула, да, она в кружке, это я знаю. Потом я перевешу на гомосек, он забирает босса. А он с боссом изначально в крест идет. Его хилит кто? Его Авилания хилит. Вот. Потом он босса переводит в череп, а ты переводишь Холидринг в крест шамана. Тебя хилит, получается, Авилания. Рахель уходит на рейд. Я хилю гомосека, который стоит в кресте спиной к звездочке. Вот я хилю его, хилю ромбик и подхилю еще рейд. Вот, тогда заебись будет. На рейде у нас получается два шамана, эрдру и ДСшник. И еще хэпап. Хилы все сапроты пьют. Так, сапроты у тебя там есть раздавать? Сапроты пейте. Ну, десятка есть. Кому надо, вон, берите. Так, ставлю рыбу. Сапрот пью. Масло. Дима, дай обмен мне. Масло угу. Мажьте. Подойди к рыбе, Гош. Че там кто-то говорил, ваше легче, чем кель? Угу. Она вообще легкая. А банка есть на СПД? Пойдем на ваше? Да, резанули ее. Я голду дам. Ну, там для хилов только вторая фаза легкая. Не-не-не, на СПД банка. В принципе, на СПД. Транквила. Сопрот. И банка, и припод, Гош. Селси. Я выпила. Войд. Нет, припод быстроты убери. Мне не нужен. Мне вот кого я хилю по итогу? Гомосека? У меня. А, тебя? Так, на тебе частицу с пула держит Джантис. А Вилания держит частицу с пула на гомосеке. Гомосек берет квадрат, слышишь, гомосек, и отводишь в крест.
это с пула. Когда они убьют череп, ты идешь с боссом с квадратом в квадрат. Вот, обходишь вот так в эту сторону и встаешь спиной сам в квадрат. Не босса в квадрат ставишь, а сам спину свою в квадрат ставишь, чтобы хорошо. Я тебя мог доставать. Мардаун сопрот. Вот. Мэтбокс сопрот. Апродок сопрот. Кулидринку водит. Кто там скрипит, нахуй? Не дроид инвалид сопрот. Микрофон фонит. Петь сопрот, блядь. Все под сопротом, да? Да, вообще, да, вот да нахуй, да. Типа 20% хп порезаны, вы хотите вайпы или что, или убить хотите, блядь, сопроты тут все пьют. Вот, не пьют могут только вон, кто нахуй, у кого дохуя сейвов своих есть там. Не знаю, и то, блядь, хуй знает, блядь, сдохните. И хп у кого? Это, ресов нету, блядь, бэров, вон, сколько, 5 только. Мэтфок, апродекс, апродекс пропил. А у кого сопроты? Полидрин. Я пропью все перед пулом и масло, и сопрот, блядь, чтобы просто не дикало, просто так. Все, хорошо, это самое, давайте, проверка. На ком держишь частичку Джандиса, за кем бегает? Джандис держит частичку на холидринке. Все, я отходил, я ничего не слышал, что вы сейчас как будете я после спрашиваю. Того, все слушайте сейчас, все тут, да. Холидринк держит крестик и череп. С пула квадрат. Гомосек отводит в крест, чтобы он стоял там. Гомосека хилит с пула Авелания. Вот. Значит, этот самый. Когда убивается череп, гомосек ведет, встает в квадрат, переводит, а Хулидрин крест переводит в крест. Вот. Значит, частицу Авелания перевешивает на Хулидринка. Варахель идет хилить рейд. Потому что рейд идет, ну, в район центра, вот идешь примерно вот куда там. Можешь вообще в звезду со мной встать, потому что до звезды не дотягивается бабская эта ледяная хуйня. Вот, в звезду идешь, и там оттуда хилишь рейд. Вот, значит, я перевешиваю частицу на гомосека. Он выходит из креста с боссом. Я перевешиваю на него частицу. И хилю хэпала в ромбике, и хилю рейд помогаю в археле. Но полностью на рейде в архель сидит. Все остальные хилы, друид инвалид, транквила, два шамана, полностью хилите рейд. Вот. Какой там сейв будет? У Юли 4-4, да? А. Там лужа по КД. Там лужа будет под бабой. Ну все, одна в миллизону, одна в РДД. Еще раз напоминаю по поводу тактики. Пока бьем шамана, будет кидаться на рандомного челика пиявка. Пока на вас пиявка, ничего не пьете, ни инера. Как только пиявка прошла, пропиваете банку на ману. Банки у всех есть? Угу. Вот. И еще по поводу, ну, милики не смогут, РДД. Смотрите, на протяжении всего боя, смотрите, будут вихрьки, их просто... В сторонку отошли, чтобы они вас не подкидывали. Урон они вам не нанесут, но вы просто 5 секунд нихуя не сможете делать. Из пула очень... Скорость кастового еще уменьшает, они, по-моему. Да. Очень важно с пула, когда пойдете, да, на эту панчку, дайте ей время развести. Юлю увести там, не вкидывай тарелку. Вот, и ДД не спешите. Сначала пускай разойдутся мобы. Квадрат сразу уходит туда, в крест гомосекового. Дайте ему это сделать. И отойдите с пути босса. То есть, и потом, когда уже все это разойдется, два моба останутся, уже тогда начинайте дамажить. У нас ладно, это хватает. Геру мы с пула вжимаем или Геру на баба оставляем? Геру, ну да, и развести, и после этого Геру. Секунд 10-15 дайте, то есть сильно проки сразу не включайте, и потом уже как развели, хотя бы ушел там за ромбик босс, уже тогда можете. Проки не включайте. Не-не-не, бидон на шамана мы сдавали. Ну все, похуй, давайте бить уже, ебаный рот. Банки, фласки, все тикает, блядь. Я уже дал частицу. 5, 4, 3, 2, 1. Массовым не забирайте, блядь. Да, Кратреса спиздили. Ветерок идет, смотрите. На бидоне пиявка. И милики, напоминаю, когда останется один карась,
Заранее отбегайте от каста Огненная Звезда. Добьем его на 10 тысяч. На мордаун типа явка. 2 секунды кончится. Мордаун то не лети, Эннер. Я сам себе. На продукт CPF. Еще на дымосека побольше можно? Под перебежку, когда ханта убьем, там, вой, дашь мосты. Угу, скажешь. Транквилла, пиявка 3 секунды еще. Готовься. Кончилась пиявка на Транквилле. На Ромель пияв. Давайте банку Илюха выпить. Я уже выпил. Скажите, когда убьете. Иннер Мурлок по транкви. Друид инвалид, Иннер по бидону. Призан пиявка. Катрисия, Иннер в Джандис, Мэтт Фокс, Иннер в Транквиль. 10%. На стелсе пиявка, это, 7 секунд, и после того, как спадет, банка выпьет. 3%. Все, Хан умер. Ветер, смотрите. Лесарь, кто-нибудь, нет? Водикон ресы. Переводи, переводи. Далма сейв. Вихрь, отбегайте от вихря. Здесь кикайте каст. А где мой хил был, блядь? Охуенно. Ну там, если что, я сдох, блядь, к вам шаман побежал. Падайте. Где мой хил, блядь, был? Да, не очень. Авилания, ты где? Я Авилания не знаю, где он стоял, блядь. В смысле, Авилания же гамазека держит, блядь, не? Не, после этого я должен был, типа, ну, перекинуть. Он идет с шаманом в крест. Его тело, вон оно, лежит в кресте, mm-hmm. видишь? А ты где находишься сам? Я в центре был. Ну, а чуть ближе даже. Ты, для тебя твоя метка ромбик, твоя метка ромбик, твоя метка ромбик. Mm-hmm. Ок. Все объяснял. Меня просто не прохилили. Я умер. Кстати, с хилом что-то, да, у меня там раз в минуту тридцатка прилетала, остальное свое только. Это, ты можешь, Холидринг, поставить босса с шаманом? Хотя ладно, похуй. Я, блядь, до рейда вот иногда кастую. Ладно, похуй, там сила все. И вот эту минуту. Рыбу ставлю. Частицу на него вела, не себя хилишь. Потому что там будто темпа пол хп сносить, даже больше. А я вот еще один момент. Я же, после убийства этого ханта кидаю частицу на вела, не уйду, заеду хилить рейд, да? Ты частицу... нет, ты на себя лучше кинь. Встаешь звезду и хилишь, okay. И хилишь рейд. Это самое заебись будет. Танка там захилят, потому что там шаманов, куча друиды и прист. Они Юлю захилят. Я частицу с нее убираю, потому что туда прибегает весь рейд. Ты частицу на себя, чтобы ты не сдох, чтобы вероятность того, что ты сдох, была минимальная. И хуяришь по рейду светом небес. Авилания стоит в ромбике. Когда переводится крест в крест, шаман в крест переводится. Частицу на него и хилишь себя, соответственно. Раскидайте mm-hmm. там кулаки. Прищабав. Если чуть не уверен, сразу массейф отдавай. Ой, сядь, пожри. Вроде жрал.
дырка. Стамина. Престабаф. Это зарядил будет слезу? Ой, серьгу. Вроде заряжал, что-то куда-то делось. Нету на нем. Не зарядил. Престабаф по шаманам дайте, пожалуйста, мужики. Там два раза надо будет сидеть хавать, Слава. Я уже все хавал. Все два команды, я понял. А у тебя в чем? 48 одна. Все готовы? Ну у него, блядь, там нет, нормально. Пристабав, нет, стамина. Так давайте, пристабав, ебаный, я все, блядь. Эти, блядь. Два раза давали, блядь. А я не понял тебя, она почему-то не накидывается, блядь, в этот нахуй. На кого не накидывается? Может, у тебя слишком много баф? Пристабав, все. Все есть. Ладно, у меня на тебя что-то всех. Все, у нас у меня запросы забавило. РЧ на готовность. Все готовы, дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Дринк частица, это как она называется? Пьявка. Хорошо, что она помогает, да? Вихрь идет, смотрите, через центр. Мне вообще классно, можно и бандану. Вроде валит Джастин с Аресой быстрее. Иннер сразу ему. Ладно, Кавказку пристав. Полезно, вставай. У призана вставал. КД. Урлокос призана ресы. И сразу щит. Блять, не видно. Выйди. Босса не видно. Сейчас выйду. Мордаун теперь. Я мордаун теперь. Мурлок, Иннер в Транквилу. Вихрь, смотрите. Катрисия, Иннер в Джанди. На воде кони пьет. Мэтт Фокс, Иннер в Транквилу, закинь тоже. Призен пьявка. Что-то попадало дохуя. У кого БР есть там? БР, Катрисия, Мэтт Фокс. Еще попадало, блять. Что там, дрочите что ли? Или как вы хилите-то, блядь? Боже, кливы. Или я ошибаюсь? Нет. Дикон пиявка. Мэтт Фокс, давай. Кантилятор арест. Побежали, Мэтт Фокс пиявка. Частицу передал на гомосека. Захиливайтесь. Блять. Я не понимаю, как ты падайте, как, блять, как ты сдох? ГКД проебал, блядь, нажал клятву, сдох. Пиздец, ебать. Маны нет, блядь, хилю еще и рейд стою. Давай, Рома, пусть меня хилит. До этого. А, Глеба на рейд. Да какая разница, они там вместе стоят, блядь. Ресы. БР-1. Как так много людей падает, блять? А мне замена нужна, мужики, срочно.
Вы что, издеваетесь вдвоем сразу? Ну, блядь, у меня ЧП. Нету замены, нахуй. Какое ЧП? Что случилось? Да там, мать, киоски работают, до него какой-то хуйсос доебался. Далеко? Ну, минут 30 ходьбы туда и обратно. Пиздец. Пошли на Марагрима тогда. Вы вставать будете или что, блядь? Ну, рисуют. Масс в КД. Ну, иди, пока мы Марагрима убьем. Попробую на себя частицу ебануть. Это Вилания. И хилить. Кого ты хилишь? Гомосек. Тут не, ну, не в частице дело, а в ГКД. Мне просто, ну, тотем, ну, по 20 очка объебал и все. За пару секунд условно. Виланя, какой рейндж у частицы, ты не помнишь? 60 метров. 60. Ну там этот тотем на 40 бьет. В теории... У частицы там, 50 отойти метров. Отойти прям. Частица хилит на 60, если нету между тобой препятствий. Ну вот, можно попробовать просто отойти еще дальше, чтобы прям тотем не доставал. Ну да, можно. Надо только посчитать эту хуйню. Да вот там глаз. Прям-таки написано 40 метров. На глаз примерно, да. Ну я просто стоял в этом... в рамбе. И у нас просто на тотем два раза тычку въебал. У нас тогда шаман стоял. Он захиливал и себя, и этот захиливал, и танка. Но шаман, у него нету такой ренжи, у него только 40 метров ренжа хилил. Ну и плюс вы вспомни, мы с тобой шамана еще подхиливали тоже. Мы его хилили, да. Ну. Да не, там, ну там по один выхилить должен. А этот тотем нельзя в таргет взять, чтобы он танка бил? Иди. Кстати, Авиалания, какая у тебя аура была? Я не знаю, сейчас щекну. Тебе туда надо просто, чтобы ты мог точно стоять и, ну, чуть-чуть прожить дольше, ставить по-любому огня, потому что другие палы убегают, и оно может не доставать до тебя. Попробовать можно, но он я и так бы сложил. На том КД как раз-таки... Я вообще не успевал. Он же тотем ставил для себя, поэтому я его не перекидывал. Oh.
А третий аспект. Ёбаный. Выходите. Туннель, выходите. Это у вас такой фетиш, да? Чуть что, сразу мордаун кидать диван. Нет, ты просто ближе всего был по кнопке. Спасибо. Видимо, ему пофиг лучше. Не увидится? Нет, все равно все не хочется. Винс, не заходите только. Умрите. В туннеле идет. Умирайте. Солнцепад. Или дал диван, но он все равно сдох. Как так-то? Да не вставай, остался, у меня есть. Это, Равист, походу, если в таргет противника берешь, солнцепад на него будет тоже работать. Смотри, там на тебе висел прок в тот момент. Умрите. И... на инвизибле диван. Смотри, пока висит прок, он же сейчас бьет не только по лунному, ну, бьет не по таргету на ком лунный, а по рандомному таргету, с которым ты в комбате. Его спулили, на тебе висел прок солнцепада, и он просто на него тикал. Так, совы, нахуй. Уйдите нахуй куда-нибудь. Катрисия, спект мне. Можно у Войда посмотреть реплей, я уверен, что на него звезда ёбнула. Просто не включайте и вообще не бейте совы, блядь. Станьте у палаток тут, нахуй, и всё. Бля, можно тоже зайти на сову и починить? Ресайтесь и подбегайте сюда. Кстати, Костян, страшно, с ни одной воронки себе не упала бы. Он не рисуется. Лёха, вставай. Давай, Виланя, пока в ДД, пока 5 хилов на трэш хватит. Все равно босса еще бить. Где призен, Святос? Около крося валяются. Почему в начале инста вообще? Пиздец, я хуяю с вас. Пошли моба убить. Совы вообще не кастуйте ничего. Есть капитан. Солнцепад от чего прокает? От гнева и звездного огня. Не тыкайте ничего, эту хуйню никакую. Остается автоатака. Что, рой насекомых, лунный огонь. Какая-нибудь горгулья спулила. Виновата. Логично. Ну-ка, Мэтт Фокс, ближе подойди. Лестницы сначала. Mm.
Дальше трэш чистим. А у вас бой висит? Нет. Понял. Согреть. Зверлов, это кливает. Отверните, заберите, отведите. И поможете на ноги вам. О. Опа. Шо? Маунт. Канил. Пошли в угол. Горитель волн. В угол сразу забегаем. Роль. Два. Я понял. Заберите хань. Так, где мы бьем, блядь, слева тут, да? Да. Да, побежали. Смотрите, тут, танка. Тут действительно вот эта вот вода падающая, лучше расположенного. Синтек может в танка, который себя больше надамажит. Не надо. Блядь, что зря кольцо выбил. Синтека Т5 нету. А у него есть? А у него есть. Чё, блядь, на мишку Т5? Ёбану в рот. Юля на боссе, как Трися на трэш. Грустно. Триста бафа нет. Угу. Ни инты, ни пристабафа. Угу. Мартан, там продукт, строквилла, давайте. Инты все еще нет. О, есть. Пристабаф. Я дал. Пристабаф есть на всех, кроме Заханыча. Но он отпал. Дрин готов? Да. Все, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. А вот тут когда Геру даем? На ласт фазе. После 25. И тут на трэш будем по очередному массы вызвать. Смотрите за грот, а то не сравните массу.
Рома, давай массей. Транквила гимна хп дай. Я зашел в гробницу. По водикону Сальву Войт. Висит, когда эта хуйня, да? Лобы эти. Да не. Люблю, когда висит. Нормально. Все стоит. По игру переустановить когда-нибудь, потому что я вот перестанавливаю, меня вообще теперь не лагает. Я даже патч Сейджу не ставил. Типа скачать заново сервера там я откуда. Ну, типа, всю игру заново. Ну, это вот там, уйдешь, допустим, на работу, поставишь на скачку, приедешь, уже готов. Скидывается КД, кстати, на банке, да, после пузыря? Это да. Это вообще лютая тема. Морда вам бегим на хп. Фаза пошла, шары летят. Встречайте. Пасифейт диспо. Водикона нет. Бурлокос, водикона, резси, мэтфокс, пасифея. Дамажем. Массейф, Рома. Где рудали? Под прожимкой только диспельте людей. Джон, сейчас вылетел, если что. ДКшники под низы будет ключ.
спалить. Фокс, а продакт с пассифией мертвым. Не резать ник. Победа. Все кал. Я с хиловским плащом бил. Понимаю. А что, упало? Шея. Плащ, крит РПБ и у тебя что, билдов нету, типа, ну, в снаряжении? Есть, но из-за камней Ювы. Из-за камней Ювы оно багает. Оно все время багается, блядь. Так просто несколько раз прокликать. Ну, несколько раз нажимать и говорить. Так сложно два раза нажать. Я смотрю по но... что все так, а потом смотришь, у оно меня не так. Еще и эти билды на панельку вынеси старой... и просто прокликни. Не получается, даже хоть 10 ты раз кликни, нихуя. Там зависит от шмотки, которые ты ставил. Да. Пиздец, конечно, блядь, уходят у нас челики, нахуй. Постарайтесь в одну шмотку вставить, типа, в одну и ту же. Пошли, может, пока гидроса. Конечно, блядь, гидроса. А нахуй мы оббегали, блядь? Что, у нас Апродокс и еще кто-то ушел? Ну, Заломаныч пока тут... Пассифея. Пассифея что-то вылетело. Где Святос? Кому плащ? Авилане или Хукмастеру? Авилаш или Хукмастеру? Кому нужнее? Кто будет его носить сейчас? Ну, Хукмастер всегда в ДД, Авилаша... 50-50. Ну это вообще, ну Хукмастер сейчас в этом, ну в Анхолике, это плащ больше для кого там? Для БДК или ФДК, да? Тоже верно. Куда идем? С петличкой. Угу. Ух ты, ну на транс есть, никому не надо. Ебать, мы крюк делаем, конечно. Да, я не знаю, что они так побежали. А там мобы есть в том туннеле? По-моему, нет, да? Или есть? Ну, есть. Есть там, должны а быть. А нет, да, мы, да. Могли чисто ноль хули. На туре нахуй. Хукмастер есть, обиделся, да? На то, что тебе плащ не отдали и ливнул. Ты тут, Хукмастер? Че, серьезно, что ли? Ну, ливнул сбоку, почему? Хз. Ну, он серьезно, типа, ну, в АДК бегает все время, даже сейчас, когда уже все перебились давно. Они с акетов их планируют. А ГП кто выше? Они у консула жали, там, как я понимаю. Расходится прошел. ПГП они жали оба. А, ПГП жали оба. А, ну, Киля выше, ну все. Дай херню. Какие проблемы, ну. Ну ладно, если бы консул, а тут-то, ну, ПГП жали. Алло, инвизибл. Чё? Ну, не хочешь нажать лед? Уплыл просто. Где Святос, Пассифия, блядь? Чё, куда ушел? Чё, куда ушел? Его в DC нету? Нету. Хз. Видимо, обиделся, что ПГП отдали плащ. То там вообще бит никаких не должно быть. А приора больше у кого было? У Юли. Ну, все тогда зачем? Как бы да. Нет, тогда, тем более, что он без ДКшник. Так прикол в том, что Юле-то он нужен. Она же там с РПБ типа ходит теперь, нет? Ну да. Да. А мастер еще в анхолике. Плюс приор не хватает, что за найти лол. С другой стороны, у Юли мейн танк. Ну, так и у него мейн анхолик. Так же это работает. Если он собирает фроста, это офспек. Ну, нет, да. У нас кнопки для офспека. У нас одна кнопка для всего. Ну, это, типа, ну, для мейна и для офа. Он бы мог забрать. Типа, по-другому никак офспек не одеть.
Так они жали что, ЕПГП или конт? Да, оба ЕПГП. Ну все, да. Юля выше, проблема в чем, я понять не могу. Так зачем было просто кому отдавать? Так зачем было спрашивать, кому отдавать, Юле или мастеру? Ну так потому что я спрашиваю, блядь, чтобы люди сказали, мне сейчас его, сука, да, надо одеть. Мне его, чуть, сука, через месяц надеть, нахуй. А, блядь, ну, Слав, ну если они берут, типа, они, если ты говоришь, типа, ГП, то вообще, мне кажется, просто не должно быть. Хоть они через год оденут его, хоть завтра, хоть послезавтра, хоть под контент Т10 откроют его, мне кажется. Я спрашиваю, потому что люди могут сказать, нахуй, а не сидеть молча, нахуй. Я отдал по приору. Ну и правильно. Взял и ливнул с рейда, нахуй. Я вообще в ахуе просто. Ебитесь как хотите, нахуй. Я пойду в другую гильдию одеваться. Гильдии дохуя сейчас, которые проносят все, не то что мы, нахуй. Одели тут, нахуй. Все сделали тут, блядь. Шеем и всю хуйню. Я пойду, блядь, отдыхать, нахуй. Нихуя себе, блядь. А, он тебе власть тебя написал? Никто мне ничего не писал. А-а-а. Молча ливнул, нихуя, да, никому не писал. Ну чё, когда шеем сделал, то да, можно и поливать. Ну, может, мама зашла, он посуду не помыл. Какая мама? Маме 30 лет. У него жена есть и двое детей. К нему может тёща только зайти и сказать, что он посуду не помыл. Ну, максимум. Первые 40 лет для мальчика сложные. Согласен. Да, первые 40 лет детства самые сложные. А вторые 40? Да что не быть и 40 лет. Как говорила, а тетя... 40 лет становишься слабой. Как говорила тетя дядя Федор, до 40 лет парни учатся, а потом переучиваются. Угу. Я уже умею. Короче, Слав. У меня, короче, этот план появился. Я на следующий этот целкоген зайду в арм на этом, на 40. Ну, это он еще не видел, то, что у него 300 гп залив из рейда. Мимо. Какие могут быть обиды? Отдали по приору, по ЕПГП. Все. Ну нет у тебя приора, ну все. Как бы чилишь. Ходи в рейде, набирай приор. Может он в других гильдиях там... Ты ему тоже ничего не поотдавали, он сидит обиженный. Какие могут быть обиды, если ты на РТ не ходишь, не лутаешь приор? Там 13 кп, у Юли тоже типа 18. Сегодня пришел, значит, сегодня должны были отдать. Естественно, фиг у него приора будет в теории больше. Ходи на РТ, не флакай, блядь. Обоссали пол. А почему вода тоже обоссана? Блядь, вода пол! Вода тоже обоссана была. Там мы второго спули. Значит, чил? Че? Какой-то челик пишет, спрашивает, у вас люди в рейде вылетали? В смысле? Да. Ну там у какой-то гильдии пачка людей вылетела прям. Но у нас же тоже он этот Пастифея и кто из Святос пишут. В 10 не видел? А, да? У них тоже вылетело. Не какой-то, может, баг, ну, или сервер. Ну, это мне сегодня ошибку выдало в ломане. Я в ахуе был. Сервера шутки шутит. Меня два раза с лича выкидывало. После лута. Ой, перед лутом. Да, было у меня такое. А у Морали проходка есть 4 босса первых в Целкогере? Он вчера был. Ссылка Герри. Я не помню. С нуля или когда он был? А, есть у него проходка 4 босса. А чё он не в рейде тогда? Он, по-моему, был вчера, да, и 4 босса точно проносил. Надо его... скрин с ДПСом посмотреть. Надо его взять. Да-да-да, он вчера был. Был, на меня выкинул. На ссылке был. Ох, повезло. Спасибо. Ну, 4 босса у тебя убиты или нет? Сейчас выкинул, говорят, зайти не может.